Советского Союза. А, то есть мы в Советском Союзе? Естественно. Я уже говорила, губа треснет у них. У всех 28 стран и вот у сраной Америки. И поперек горло станем. Мы не дадим. Мы все русичи. У нас одни корни, у нас одна история. У нас одни беды, одни победы. Мы все, у нас генетически мы русские все. Мы русичи. Мы святая православная Русь. Что еще им рассказать? Больше ничего. Больше ничего. Ну пусть сидят там. Ну, а то научим лапшу и лаптями хлебать. Лена, они давно не нюхали сапог русского солдата. Забыла? Лена, тормози. Подождите, забыла. Тормози. А фашистам и ихним хозяевам, жидомасонам, мы покажем, где им быть. Пресса, да? Да. А что за пресса? Громадские телебачения. А вы? Громадские. Откуда? Я из Киева. Из Киева? Да. Я имела работу, теперь все сгорело, в центре ничего не работает, я без работы, ребенок в школу не ходит, что это такое? Вы в центре работали? Да. В центре Киева? А где? В ресторане, я не буду говорить. Рестораны не работают, закрываются все рестораны. А ну это может работать. Для нищего населения от Януковича нужна стоковая одежда. Наоборот, не от Януковича, из Тернополя у нас. Вы из Тернополя? Да Тернополь уже там власть захватил, все. Завтра убегайте, будут всех выбивать от вас. Да, вы хотели что-то сказать? Да, я хотела сказать, что мы, киевляне, пришли сюда для того, чтобы убрали этот безлад весь с Майдана. Что так себя европейская нация не ведет. Пусть сначала научатся себя вести, а потом лезут в Европу. Это мы патриоты настоящие, это мы националисты, это мы ультраправые. За чистоту города, за прекращение этого бардака в городе. Ну хватит уже. Ну каждый уже увидел, что ничего они не добьются. Любое решение надо решать мирным.